день распространения информации о проблеме аутизма. Аутизм – это постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Для аутизма характерны две группы нарушений в области социального взаимодействия и коммуникации, а также ограниченность интересов и повторяющийся репертуар поведения. По данным ВОЗ, каждый 160-й ребенок в мире рождается с аутизмом. При этом таким и взрослым, и детям нужны не столько лекарства, они лишь вспомогательный метод лечения, а вот основные усилия направлены на педагогическую коррекцию, инклюзивное обучение и социальную адаптацию. Это вечерний хэштег. Сегодня мы поговорим, как помочь людям с аутизмом почувствовать себя полноправными членами общества. В студии Анна Скорнякова. Игорь Жариков, и мы начинаем. Люди дождя. Что скрывается за определением расстройства аутистического спектра? Диагноз, но не приговор. Как организовать контакт особенных детей с остальным миром? Зажги синим. Как Тюмень отмечает Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма? Сегодня у нас в гостях заместитель директора Тюменской региональной автономной благотворительной организации помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том числе расстройствами аутистического спектра. «Открой мне мир» Валентина Матвиенко, директор областного центра реабилитации инвалидов Лилия Нуримухаметова. Заведующий центром патологии речи и нейрореабилитации Надежда Семенова, руководитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты», педагог-психолог, также председатель общественного совета при департаменте социального развития региона Наталья Ситова и Наталья Егорова, которая воспитала сына Леву с расстройством аутистического спектра. Здравствуйте вам всем. Всем рады видеть в нашей студии. Наталья, давайте начнем с вашей истории. У вашего сына диагноз аутизм. Сейчас ему 26 лет. Давайте пойдем по порядку. В каком возрасте появились первые звоночки и что это было? Ну, на самом деле, у него расстройство аутистического спектра просто сопровождающий основной диагноз, но, тем не менее, это самая такая заметная и самая, наверное, сложная проблема. И лично я увидела это, когда ему еще не было 2 лет, и постепенно, когда он подрастал, это становилось все заметнее. В 4 года был выставлен диагноз ранний детский аутизм. И, собственно, еще не было ему 4 лет, мы начали как-то стараться исправлять имеющуюся ситуацию, проводить какие-то занятия. На тот момент это было давно, и таких возможностей, как теперь, к сожалению, еще не было. Но был прекрасный центр, частный «Кардея» назывался, там замечательно работали логопеды, педагоги-дефектологи, и там у меня Лева занимался. Очень сложно, конечно, родителям малышей, которым выставлен этот диагноз, принять то, что ребенок болен, что так будет всегда, что нужно сейчас не пытаться найти волшебную таблетку, которая вот так вот все исправит, а заниматься, бороться и не сдаваться. Не сдаваться и помогать ребенку, потому что главное – это семья, конечно. Ваша жизнь, она очень сильно изменилась после того, как вы узнали диагноз? Ну, конечно, кардинально. То есть переменилось вообще все. И оно менялось. Собственно, вот моя жизнь как матери, она подстраивалась под его проблемы, которые с ростом его, с возрастом тоже менялись. И, наверное, это неизбежно для любой матери, которая старается помочь своему ребенку и не опускает руки. То, что вы не опустили руки, как вы считаете, в этом был залог успеха? Все-таки то, что у вас ведь, в принципе, можно сказать, не все так плохо сложилось, даже хорошо. Да, для его уровня проблемы все сложилось хорошо. И я надеюсь, дальше тоже будут какие-то продвижения вперед. Руки. Я не видела ни одной мамы, не знаю такой мамы, которая бы опустила руки. Все стараются. Все стараются. И замечательно, что сейчас есть очень много источников информации, которые направляют родителей, семьи таких детей, что социум узнает о таких детях и изменения
изменения, конечно, наблюдаются. Но в наше время это было, к сожалению, не так. Это было очень трудно, на самом деле. Это было сложно, трудно, тяжело. И сказать, что я никогда не опускала руки, в какой-то момент они опускаются. Ну, это твой ребенок, ты снова собираешь себя и вперед. Ну вот в плане понимания просто, ну, это же, ну, пока ребеночек маленький, ну, очень сложно определить. Потом он начинает подрастать, конечно, как вы и говорите, оно проявляет все больше. Лиля, вопрос, наверное, к вам. Раз ваша компания, ваш центр занимается как раз маленькими детьми, на что нужно обратить внимание? В первую очередь родителям, чтобы все диагностировать сразу. Ну, да, я хочу сказать, что наш центр занимается, и с 2017 года мы занимались детками уже с установленным диагнозом, это от 3 до 8 лет, к нам направляла больница, и, исходя уже из рекомендаций, у нас выстраивалась работа. Буквально с прошлого года мы перешли на новый формат оказания услуг ранней помощи. Ранняя помощь вот в новом формате, она заключается как раз в помощи детям через обучение родителей. Новый формат, мы его апробировали в прошлом году и сейчас уже запустили в полном объеме. Здесь два направления. Здесь к нам приходят родители уже с установленным диагнозом. И как вот сказала Наталья, первоочередная наша задача здесь отработать с родителями, которые впервые услышали этот диагноз, у которых, ну, какая-то такая паника, и они не знают, что делать, и они приходят нам, вылечите нам этого ребенка. Здесь мы отрабатываем с родителями. И вот как раз второй формат работы, направление работы, это когда родители самостоятельно могут к нам обратиться без диагноза, где они заметили какое-то, ну что-то, скажем, не так, да? Да, нестандартное какое-то. Ну вот не так, а что именно-то, что, ну, не так? Отсутствие там каких-то жестовых, да, там указаний, да, там не смотрит в глаза, не реагирует на обращение, не просит, не говорит. На самом деле вот этих вот всяких... Флажков. Их, да, очень много, да. И самое-то главное, чтобы родители вовремя обращали на, когда появляются эти флажки, и вовремя обратились, ну, либо к нам, да, либо еще у нас много учреждений в городе, которые как раз занимаются ранним выявлением. Здесь... Простите, я вас перебью. Просто вот эти вот флажки, например, если ребенок не откликается на имя, мне кажется, родитель в первую очередь подумает, что проблема со слухом, и поведет его к педиатру. Возможно. Педиатр сможет этот флажок определить? Да, да, можно. Конечно, да. На самом деле здесь все очень сложно, в том плане, что флажков аутизма их миллион. То есть двух детей с одинаковыми особенностями вы не найдете. Двух детей с аутизмом с одинаковыми особенностями вы никогда не найдете. Один ребенок может, допустим, не разговаривать, другой может не смотреть в глаза, но при этом разговаривать. Третий может выстраивать игрушки в ряд, при этом разговаривать, при этом не вести диалоговую речь. То есть масса разных особенностей, они все разные. Первым делом, когда у родителей возникают какие-то сомнения, они, безусловно, их доктор отправляет на проверку слуха. Да, если слух в порядке, все в порядке, тогда уже идет обследование дальше. Вот. Но что касается еще особенностей, да, важные особенности, даже здесь, наверное, давайте немножко о другом скажу. Важно то, что многие родители до последнего отвергают вот эти все признаки, они говорят, сегодня там... Луна не в той фазе, сегодня низкое давление, сегодня вообще снег пошел, поэтому ребенок так плохо себя ведет. Это чревато? Завтра, конечно, это чревато. Для ребенка самое главное и самое дорогое, что есть у ребенка, это время. И чем быстрее начать эту коррекцию, чем быстрее начать обучение ребенка навыкам, чем быстрее родители начнут бить в колокола, тем больше они могут дать своему ребенку. Ну вот Надежду можно как раз спросить. В случае аутизма почему так важна ранняя диагностика? Мы вот уже начали об этом говорить. И на что влияет в дальнейшем? С чего начинается эта диагностика? Ну, давайте прежде всего начнем с того, что существует министерский приказ по профосмотрам 514. Ну, я так рассуждаю с точки зрения уже врача-психиатра, да? И в рамках этого приказа существует анкетирование. Анкетирование ребенка в возрасте 2 лет. Анкетирование именно параметров речевого развития и коммуникативного.
И анкетированием занимаются как раз и поликлиники по месту жительства, то есть наша первичная медицинская помощь. И если вдруг выясняется, что по результатам анкеты есть какие-то нарушения, то данный ребенок направляется на консультацию к врачу-психиатру. И вы знаете, вот здесь очень важно как раз пройтись по всем признакам детей с расстройствами аутического спектра, вот именно в рамках, ну что ли, с точки зрения постановки диагноза. Это очень важно, потому что диагноз впоследствии является отправной точкой, так скажем, начиная от раздумья и уже к каким-то приоритетным шагам, которые необходимы для реабилитации. И я бы хотела более подробно поговорить как раз о тех признаках расстройства психологического развития, да, та группа детей, к которым относятся дети с расстройством психического развития, это расстройство психологического развития. И вы знаете, диапазон, как уже было сказано, да, на самом деле очень велик. Но, что самое главное, первое – это нарушение социального взаимодействия. Что это такое? Это когда ребенок абсолютно неумело пользуется то, о чем уже говорили, взглядом, то есть установкой взгляда. Контакта зрительного, да? Контакта зрительного, мимикой, жестами. Далее. Такой ребенок, он вообще неумело или вообще не устанавливает контакт со сверстниками. Далее. Такой момент, как мы говорим, нарушение модуляции поведения. Ребенок этот, он абсолютно, ну, не сканирует окружающую обстановку и, соответственно, ей не выстраивает поведение. То есть, как мы говорим, он сам по себе. Это очень важный момент. Кроме того, когда ребенок маленький, ну даже взять, допустим, ему 2 годика, да, что обычно дети делают? Увидели игрушку, и они выражают радость, бегут к маме там, ну, или к членам семьи и радуются, что ой, как это здорово, это там так-то играет, да. Или увидели мультфильм и какой-то сюжет, могут даже что-то изображать, пусть даже непонятно, жестами. Чего не делает ребенок с расстройствами аутистического спектра? Это первый такой блок, он очень мощный, и он самый, так скажем, постановочно 100% для вот такого диагноза. То есть это уже говорит о том, что... Это основной блок, который мы всегда должны оценивать для детей данной категории. И самое главное, что это должны заметить, так понимаю, первым делом родители. Конечно, потому что конечно. Никакой педиатр так тебе ничего не скажет. Позвольте немножко дальше, так скажем, продолжу быстренько, но вы меня останавливаете. Хорошо. У меня уже 5 вопросов назрело в голове. Дальше. Очень важный момент – это коммуникация. Ребенок совершенно либо не имеет речи, да, либо она у него не развита, либо она у него есть, но он ее не использует. Речевой коммуникации. И он не начинает, ребенок, диалог, но кроме того, он даже и не поддерживает этот диалог. Это очень важно. И кроме того, последнее, так скажем, еще коротко остановлюсь, это наличие стереотипий. Стереотипий, каких-то особенностей, которые совершенно для ребенка свойственны, и его трудно свернуть, допустим, что с какой-то такое? Стереотипия, допустим, движение, которое ребенок повторяет очень часто в течение всего дня. Допустим, руками какое-то движение. Или, может быть, просто какая-то ходьба по одному какому-то маршруту. Вот это стереотипия. Это могут быть стереотипии словесные. То есть он не говорит в диалоге, но он может повторять какое-то одно и то же слово в процессе своей какой-то деятельности. Поэтому вот этот момент, он тоже очень важный. Ну, это вот основные моменты, которые нужны для постановки. И это уже 100% нужно заметить и обращаться к специалисту. Почему важно, вот я еще раз задаю этот вопрос, почему важно как можно раньше это сделать? Почему важно? Потому что чем ребенок младше, тем пластичнее его ткань мозга. Что такое пластичность ткани? Это понимается в том, что вот для того, чтобы ребенок пошел в школу именно в 7 лет. Почему в 7 лет? Потому что вырабатывается альфа-ритм, который способен отвечать за обучение. И для того, чтобы это все, так скажем, шло по возрасту, да, мы должны успевать до 7 лет. И получается, чем младше мы начинаем работать с этим ребенком, тем больше мы получаем ответ, тем больше мы прививаем к нему навыков и жизненных, и рутинных навыков, и, безусловно, навыков, которые нужны для получения школьных в дальнейшем. Разрешите добавить еще один момент, который хотелось бы Конечно. Сказать для родителей. Есть рекомендованные Минздравом Российской Федерации сейчас диагностические инструменты, один из которых – это МЧАТ. МЧАТ – это такой опросник, который
который родитель может заполнить самостоятельно. Он рекомендован для детей до 36 месяцев. И родитель, ответив просто на эти вопросы, может увидеть, есть высокий риск развития расстройства аутистического спектра, средний риск там, или низкий риск. Да, то есть это вот первый звоночек, вы сами заполнили, посмотрели, и если вы не кривя душой ответили на вопросы и видите, что у вас анкета выдала результат высокий риск, то, наверное, это в первую очередь причина для того, чтобы обратиться к врачу. Ну вот нам сейчас в прямом эфире прямо пишут лично мои знакомые вопрос задам, пользуясь служебным положением. Аутизм – это все-таки болезнь? Или как это можно классифицировать? Позвольте мне сказать. Конечно, это расстройство. Да. Я уже сказала, что это ранг расстройства психологического развития. Расстройство. Что такое расстройство? То есть это болезни, особенно когда прогрессирующие, да, она нарастает в симптоматике. Здесь это расстройство. Мы, чем раньше мы это расстройство обнаружили, тем эффективнее будет результат. И кроме того, еще хотела добавить как раз вот к МЧАТ, к тесту. То есть на сегодняшний день есть Минздравовский, в принципе, сайт для диагностики, онлайн-диагностики детей с аутизмом. И он называется InfoSet Autism Help. InfoSet Autism Help. Да, давайте еще раз, чтобы зрители InfoSet Autism Help. И как раз вот можно зайти на этот сайт и очень актуально посмотреть разную абсолютно, так скажем, обучающую литературу, в том числе и для чего нужен психиатр, и как работать с ребенком, и в том числе как раз вот протестироваться онлайн по такому тесту, как МЧАТ. То есть это очень удобный такой сайт для родителей. Я сейчас предлагаю прерваться и посмотреть материал, в котором мы собрали информацию о том, что делается сегодня в регионе для реабилитации людей с РАС, и сразу продолжим беседу. В конце 2021 года в Тюмени открылись мастерские для людей с аутизмом. Здесь взрослые люди с ментальными особенностями развития могут попробовать свои силы в кулинарии, выращивании микрозелени и других направлениях. У нас есть для этого специальные вот такие контейнеры. Мы проделаем здесь отверстие, берем каменную вату. И вот семена, несколько видов у нас. В мастерской гидропоники выращивают микрозелень. В перспективе планируют продавать ее в рестораны города. Курьерами будут сами участники студии. Это не только хорошая социализация, но и новый опыт. Такой центр нужен для тех ребят, которые не смогли трудоустроиться на открытом рынке труда. Для них нужны специальные рабочие места со специальным сопровождением. И здесь именно мы это организуем. Производственно-интеграционные мастерские – это продолжение тренировочных квартир для аутистов. Там дети получают бытовые навыки – делать уборку, готовить, ходить в магазин. Курс рассчитан на 3 месяца. Сковородка. Молодец. Куда тебе нужно ее поставить? На плиту. Организаторы говорят, важно научить особых детей самостоятельности, тому, что для обычных людей элементарные вещи. Появилась надежда, что она сможет жить без меня. Это просто нереальное что-то. Девочкам огромное спасибо за это, потому что они нам подарили надежду на то, что жизнь продолжается. В Центре реабилитации для детей и молодежи «Оптимист» с ребятами занимаются адаптивной физкультурой. Здесь мы ребенка еще тренируем держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Они у нас эмоциональные, все кричат, шумят, протестуют. И это одна, наверное, из самых главных трудностей. Методику перенимали у турецких специалистов. Они признанные лидеры в этом направлении. Дети с аутизмом не могут долго концентрироваться на одном упражнении. Здесь же вместе с тренером удается закрепить нужное поведение. Ребята занимаются разными видами спорта – ездой на велосипеде, настольным теннисом, бадминтоном, катаются на роликах, лыжах и бегают. Ну, давайте продолжим наш разговор. Вот мы определили, возможно, подтвердили диагноз. Надежда, куда идти дальше? Но учитывая, что диагноз этот в рубрикаторе врачей-психиатров, то безусловен ответ, конечно же, к врачу-психиатру. У нас непосредственно в Тюмени, в Тюменской области, есть врачи, которые территориально находятся в областных, в районных центрах. В городе Тюмени, это Герцена 74, есть такое отделение, которое называется детское психоневрологическое, и по участкам, по территориальному принципу принимают детей с такими вот проблемами. И
допустим, при посещении врача-психиатра, первое, что делается, конечно же, проводится тест, ну, в ручной обработке, про который мы уже с вами говорили, МЧАТ. И далее есть возможность этого ребенка направить в Центр патологии речи и нейрореабилитации, то есть где заведую этим центром. Для чего? С какой целью? Вообще, вот я бы сказала, золотой стандарт постановки диагноза – это диагностирующее наблюдение и диагностирующие занятия. То есть, как мы говорим, АДР, АДС и так далее. С помощью этих занятий мы можем посмотреть этого ребенка в динамике. В динамике, понятно. Да, в динамике. Обязательно в динамике. Потому что, вот, как правильно уже говорили, иногда родители расценивают какие-то нюансы, связанные с метеоколебаниями и так далее. А когда смотришь ребенка в динамике, после того, как он уже адаптировался к этим условиям, мы его раскрываем и видим те его, так скажем, моменты, которые недостающие, и есть выиски как раз психологические те крючочки, за которые цепляемся, за которых можно, так скажем, накручивать уже обучение этого ребенка. И, безусловно, с помощью специалистов, логопеда, невролога, психолога, то есть вот такая, ну, командная постановка диагноза. Но после этого ребенок еще направляется на врачебную комиссию, где собираются не менее 3 врачей-психиатров и уже утвержденно ставится этот диагноз. А на комиссии насколько сложно доказать, что у ребенка... Вот комиссия, она как раз очень хороша после вот, диагностирующего, так скажем, лечения. Особенно, допустим, если они прошли в нашем центре. По крайней мере, уже больше сбора информации, больше определенных данных за те или иные стороны у ребенка. И на комиссии, если просто, вот, так скажем, срезово ставить диагноз, очень сложно. Потому как ребенок зашел в кабинет, для него все новое. Кроме это того, любой вообще, да, да можешь да. потеряться и вот выросшим потеряться. Сейчас с вами, да, вот мы сидим, взрослые люди, да, и нам, как бы, мы скованы. Для нас эта обстановка непривычна. Прямой эфир, да, все это очень сложно. А представьте ребенок, ребенок с особенностями социального, да, коммуникативных навыков, конечно, ему сложно. И когда он заходит в этот кабинет врачебной комиссии и сидят еще доктора в халатах, да, и так далее, люди, да, взрослые, конечно, да, сложно. Вот почему и очень важно ребенка, прежде чем вывести на комиссию, попробовать да, пореабилитировать и поработать с ним с помощью занятий. Я вот, да, хотела у вас спросить, вот сейчас вот так вам через что приходилось проходить, когда вы столкнулись? Было все так же просто или наоборот? Все вообще как небо и земля, все различалось. Вы знаете, меня очень радует, хотя напрямую меня это уже и не касается, что действительно сейчас вот так, прекрасные, да? перемены, да, и есть у родителей возможность вовремя получить правильный диагноз для своего ребенка, начать коррекционную работу. Конечно, когда мой сын был маленький, это было совершенно не так. Ну, что-то уже появилось, вот какие-то частные центры, там что-то понемножку начало двигаться. Очень жаль, конечно, сейчас, если бы теперешние возможности были тогда, может быть, что-то сложилось бы иначе и для моего ребенка, но об этом говорить, наверное, нет смысла. Но сейчас для меня, как для матери взрослого ребенка, взрослого парня с такими проблемами, очень важна социальная адаптация для взрослых. И вот... Конечно, он у меня трудоустроен не будет никогда, это очевидно, но социальная занятость, общение со сверстниками для него точно так же важны, как для любого здорового человека его возраста. И вот я рада, что и в этом направлении мы происходят тоже перемены. Да. Да, происходят вот об этом перемены. Мы как раз поговорим во второй части программы. Не переключайтесь, мы вернемся буквально через несколько минут. Им здесь не место, с чем сталкиваются родители детей с особенностями развития. «Открой мне мир», как волонтеры меняют общество и помогают особенным людям.